Нужно мне, ты так нужна мне. Ты нужна мне, ты так нужна мне. Привет всем, hello. Я сегодня утопаю в пенке. Потому что в прошлый раз мне не хватило. Мне было мало. А сегодня... Привет, актриса. Привет. Привет, моя хорошая. Мой прекрасный. Мой опасный. Ну что, скучали? Они ждали? А я пришла. Всем привет. Ой, как хорошо, вы не представляете. И так каждый раз хорошо мне. Что такое? У меня борода. Я твоя мечта. Бровястая, бухая, походу. Почему бухаю? Жесть. Выныриваю. Да рано еще, я только-только-только водичку набрала. Только-только-только. Вообще отлично. Подними глаза в рождественское небо. Чё-то ты не похожа на миллиард долларов. А, смотри, не утони. Хорошо. Но... Чё пен так много? Я люблю много пены! Я и пена! Вообще не смущает. Вообще просто привет. Привет. Мне вчера говорили, что ты... Был где-то на чьей-то трансляции, нахал, ты мне что, изменял? Фирменную письку. Та-ра-да-дам! Бумажная вагина вас приветствует, здравствуйте. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Смотрите, она расширяется с каждым днем. Мне пугает, что мне скоро придется с ней расстаться, понимаете? Моя бумажная вагина. Ну, свою это уже сложно. Тут столько пены, столько пены, столько пены. Чуть ничего не засветило тут вообще. Кошмар просто. Чуть не засветило своей сессии. Я опять в ванной. И снова в ванной. И снова седая ночь. И только ей доверяю я. Привет, хочу с тобой купаться. Кончу для тебя в привате. Подписываемся. Ребят, подписывайтесь. Парень кончает в привате. Селфочнись с этой вагиной для потомков. Подержи письку свою. У меня нету, чтобы держать. Как ее? Ну, просто, если просто вот так вот. Ну, даже, ну, не знаю. Сейчас как раз дую, а ну-ка дунь. Дунь мне. Кирилл, шампанское принеси, моя госпожа. А ты молодец. Как ты стонешь? Хорошо стонаю. Хорошо, просто отлично. Покажи, пожалуйста, сыску. Сыску. Ребят, ну началось. Как всегда все. Как все, всегда все. Все, вся, всю. Разрешаться не дам. Сколько же пены пошло? Много-много-много-много-много пены. Много-много-много-много-много-много-много-много. Чтобы наверняка, чтобы она быстро не закончилась. Пойми. Я люблю много пенки. Тут лучше спроси, сколько ушло геля для душа, пены для ванны и так далее. Ножки покажи, а ты не увидишь ножки, потому что они все в пене. Ты увидел мою писечку? Ну, конечно. А если уроню, то что? О, идеально вообще просто. Предлагаешь мне хорошие условия для отдыха. Привет! Ты бы хотела быть... Я бы хотела... Ты что, девушка? Вроде мужская фотка. Бутыль не иначе.
Чё-то поменьше пафоса в голос. Слышь, Тео, я пену разведу руками. Та-ра-та-та-ра-та. Жир не утонет, не переживай. Не переживай за мажорочек. Я маг четвертого колена, восемь фалоса гадаю по клитору. Хочешь, погадаю себе, детка. Идеально просто. А ты целиком залезла в ванну? Нет, блядь, частично. Давай тверкани. Трин-т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 рин. Ой, мне кажется, я немножко пролила. Да у меня есть шампанское, спасибо. Ой, ты страшная, как Бендера. Это кто вообще? Я даже не знаю. Я тоже с душа, молодец, стопила. Ты письку натяни руками, не говори прощай. Конец будет веселый. Обязательно. Зайка, ты стала рыбкой. Ну, конечно, мне кажется, немного потекла. Да, я вытекла. Ей букини, да, красотка, спасибо. Фраза ля, то есть смотри, часто появляется на Донбассе. Твоим голосом в сраку драть. Привет! Отдери меня в сраку! Все, короче, ребят.